Здравствуйте. Если вас интересуют вопросы лечения без лекарств и без обращения к врачам, значит, досмотрите данное видео. Здесь мы будем говорить об обучающих курсах по герудотерапии, об обучающем курсе по висцеральной терапии. В этом ролике я буду говорить об обучающем курсе по диагностике по телу и лицу человека и о здоровом образе жизни. Значит, курс герудотерапии стоит 5000 рублей, висцеральная терапия стоит, обучающий курс 5000 рублей, и обучающий курс диагностики по телу и лицу человека стоит тоже 5000 рублей. Обучающий курс по здоровому образу жизни как дополнение идет бонусом к обучающим курсам по герудотерапии, висцеральной терапии и диагностике по телу человека. Значит, если вы возьмете эти курсы в комплексе, герудотерапию, висцеральную терапию и диагностику по телу человека, то вы получите бонус в 6000 рублей, то есть курс из 3 семинарских занятий обойдется вам в 9000 рублей. Ну, курс по здоровому образу жизни, он идет бонусом бесплатно. Значит, я врач, зовут меня Бублик Наталья Николаевна. Вы меня можете найти в социальных сетях ВКонтакте, здесь есть мой номер телефона. Можете найти меня в Одноклассниках, в социальных сетях Одноклассников. Можете найти меня на Фейсбуке. И можете найти меня на канале YouTube. Это вот мой канал. Здесь есть бесплатные ролики в свободном доступе. Те видеоролики, которые я предлагаю, они будут в ограниченном доступе на канале YouTube. Или вы можете получить их на дисках по почте или на флешке по почте. Значит, с помощью этих видеоуроков вы сможете сами без таблеток, с помощью определенных манипуляций на животе и с помощью постановки пиявок улучшить состояние желчного пузыря. Кроме того, вы сможете улучшить состояние поджелудочной железы у себя и у своих родственников. Вы можете улучшить состояние желудка. Вы можете улучшить состояние кишечника в области сигмовидной кишки, восходящего отдела, поперечно-ободочной кишки, нисходящего отдела, сигмовидной кишки и в области прямой кишки. Например, при геморроидальных узлах. Это помогает в 80-90% случаев. Значит, вы можете улучшить состояние здоровья половых органов у женщин. Очень хорошо это работает при миомах, они уменьшаются в 2 раза как минимум. И очень хорошо это при различного рода кистах. Вы можете улучшить состояние здоровья половых органов у мужчин, особенно в предстательной железе это хорошо работает. Вы можете улучшить состояние здоровья в почках, в мочеточниках, в мочевом пузыре. Например, если при наличии камней в почках с помощью этой методики и с помощью некоторых оздоровительных мероприятий, эти камни в почках, они растворяются и выводятся с мочой. Так, значит, кроме того, вы сможете улучшить состояние здоровья ваших легких и улучшить работу сердечно-сосудистой системы. Значит, я вам гарантирую, что при прохождении этих 3 курсов вы сможете улучшить свое состояние здоровья и улучшить состояние здоровья ваших близких однозначно, причем совершенно без таблеток и без лекарств. Значит, первый обучающий курс – это теория по диагностике заболеваний
Он разделен на два блока. Значит, первый урок – это диагностика патологии печени и желчного пузыря. Второй урок – это диагностика патологии поджелудочной железы. Третий урок – это диагностика патологии желудка. Четвертый урок – это диагностика патологии кишечника. Пятый урок – диагностика патологии половых органов. Шестой урок – патологии почек, мочеточника, надпочечников, мочевого пузыря. Седьмой урок – это диагностика патологии сердца. И восьмой урок – это диагностика патологии легких. Это все теоретические вопросы, 8 уроков. После этого следуют практические занятия. Девятый урок – диагностика патологии печени и желчного пузыря на теле человека. Десятый урок – поджелудочная железа на теле человека с обучающим видеоматериалом. Одиннадцатый урок – диагностика патологии желудка. 12 урок – диагностика патологии кишечника, дальше половых органов, дальше мочеточника, почек и надпочечников, дальше диагностика патологии сердца и диагностика патологии легких. И 17 урок – это практика работы с зонами проекции внутренних органов на теле пациента. Бесплатные бонусы к этому уроку. Это 18 урок теория кислотно-щелочного равновесия, который также помогает оздоравливать ваш организм в 80% случаев. Урок 19 контроль биологических средств организма в домашних условиях для того, чтобы вы могли контролировать динамику улучшения своего состояния. 20 урок – это противопаразитарная терапия, которую чаще всего приходится проводить до проведения висцеральной терапии, герудотерапии. 21 урок – это микроскопия живой капли крови. Вы на этом уроке узнаете, как контролировать свое состояние с помощью электронного микроскопа. В принципе, особо желающие могут его приобрести. Я расскажу, как это сделать бюджетно и расскажу способы диагностики. Значит, на 22-м уроке это осложнение висцеральной терапии, герудотерапии и их предотвращение. Вот по этому поводу могу абсолютно точно сказать. Если вы будете четко соблюдать методику, соблюдать последовательность проведения манипуляций и последовательность постановки пиявок, значит, никаких осложнений по висцеральной терапии и по герудотерапии вы иметь не будете. Значит, следующие уроки – это теория висцеральной терапии. Это обучающий курс по висцеральной терапии, также состоит из трех блоков. Первый блок – это теория висцеральной терапии, второй блок – практика висцеральной терапии, третий блок – также бесплатные бонусы. Но если вы будете брать все три курса вместе, то бесплатные бонусы, они общие для всех курсов. Значит, по теории висцеральной терапии первый урок это история вопроса, второй урок показания для висцеральной терапии, третий урок противопоказания для висцеральной терапии, четвертый урок анатомия жизненно важных органов, пятый урок приемы воздействия на органы и ткани, шестой это механизм лечебного действия висцеральной терапии, седьмой урок последовательность воздействия на органы. То есть имеется определенная схема воздействия, чтобы у вас не возникало никаких осложнений после проведения висцеральной терапии. Эту схему нужно обязательно соблюдать. Значит, восьмой урок – это подготовка к проведению висцеральной терапии. Если вы правильно подготовите пациента к висцеральной терапии, то также никаких осложнений и последствий после проведения висцеральной терапии у вас не будет. Это абсолютно точно. Значит, девятый урок – это рекомендации по питанию после проведения висцеральной терапии. Это также улучшает действие этого метода висцеральной терапии. Значит, в практике по висцеральной терапии мы приступим к практическому применению полученных знаний при патологии желчного пузыря, печени, поджелудочной железы, кишечника, почек, половых органов у женщин, половых органов у мужчин, легких, сердца, суставов и сосудов. Значит,
21 урок – это практика работы с зонами проекции всех органов человека, на теле человека. Бесплатные бонусы в этом обучающем курсе такие же. Значит, это теория кислотно-щелочного равновесия, это контроль pH биологических сред для того, чтобы вы могли контролировать динамику улучшения своего состояния. 23 урок – это противопаразитарная терапия, которую чаще всего приходится применять при висцеральной терапии как дополнительная процедура. 25 урок – это микроскопия живой капли крови, способ, который очень интересен и который вы, в принципе, в тестовом режиме можете проводить сами дома самостоятельно, если приобретете микроскоп. Я вам расскажу, как это сделать бюджетно и доступно. И 26 урок – это осложнение висцеральной терапии и предотвращение. Обучающий курс по герудотерапии, он тоже делится на три блока. Первый блок – это теория герудотерапии, второй блок – это практика герудотерапии и бесплатные бонусы, как и в предыдущих курсах. Значит, по теории герудотерапии первый урок – это история вопроса, второй урок – это показания для герудотерапии, третий урок – это противопоказания к герудотерапии, четвертый урок – это способы хранения пиявок в домашних условиях, пятый урок – это методика постановки пиявок, шестой урок – последовательность постановки пиявок, седьмой урок – схема постановки пиявок, восьмой урок – это обработка кожи после постановки пиявок. Значит, из практики по герудотерапии вы на девятом уроке узнаете, как правильно поставить первую пиявку, потому что здесь есть свои особенности. Далее вы узнаете, как правильно поставить пиявку на область печени, поджелудочной железы, органы малого таза, поясницу, позвоночник, шейный отдел, верхнюю конечность, нижнюю конечность. Ну и 18 урок будет дополнительный. Из бесплатных бонусов... Бесплатные бонусы такие же, как и в предыдущих курсах. Значит, при использовании этих методов в комплексе, они взаимодополняют друг друга и помогают улучшить результаты по улучшению состояния здоровья без лекарств, без врачей, в домашних условиях в 80% случаев. Вы сможете помочь и своим родственникам, и улучшить свое состояние здоровья. Значит, принцип работы этого обучающего курса. Мы работаем дистанционно, занятия проходят интересно и в доступной форме. Значит, этапы обучения есть теоретическая часть, как вы видели, практическая часть. Как я рассказывала, вы можете проконтролировать свои результаты и дополнительные консультации вы можете получить по телефону. Это будет платно 500 рублей, или обратившись ко мне в соцсетях с помощью сообщения, тогда это будет бесплатно. Значит, сравнительные характеристики обучающих курсов. В интернете очень много шлака, и только 20% из информации в Ютубе является достойной. Значит, очень хорошие обучающие курсы есть у профессора Агулова, они очные, стоимостью до 30 тысяч рублей, причем начальная подготовка по висцеральной терапии проводится в Москве, это 5 дней обучения, стоимость 30 тысяч рублей, висцеральный самомассаж с 10 утра до 5 вечера проводится, стоимость обучения 5 тысяч рублей, практика висцерального самомассажа, это с 15.30 до 21.30 стоимость 3000 рублей, тоже проводится в Москве очно. И повышение квалификации висцеральных терапевтов, вторая ступень, 3 дня, стоимость обучения 20 тысяч рублей. Есть обучающие курсы очные Шишовой Ольги Ивановны, тоже очень хорошие. Если есть возможность, поезжайте в Москву и пройдите очный курс обучения, особенно если вы медик, если вам необходим сертификат. Значит, стоимость такова. Обучение по герудотерапии, стоимость обучения 30 тысяч рублей. Тестирование внутренних сред организма с применением микроскопии, первый цикл обучения 30 тысяч рублей. Это как раз тот цикл, который я вам частично в бонусной программе буду
о котором я буду вам в качестве бонуса рассказывать, про микроскопию в живой капле крови. Очень интересная методика. И в принципе, если вы приобретете электронный микроскоп, вы сможете это делать для контроля динамики состояния самостоятельно. Значит, тестирование внутренних средств организма с применением микроскопии, второй цикл обучения, стоимость тоже 30 тысяч рублей. Далее, нелекарственные методы оздоровления и профилактики заболевания, в том числе АПИ и герудотерапия, это стоимость 30 тысяч рублей. Первый цикл, второй цикл стоит также 30 тысяч рублей, проводится в Москве. Очно выдаются сертификаты. Значит, есть еще тест-центры по проведению обучающих семинаров с получением сертификата. Но я вам все-таки рекомендую обучающие курсы профессора Акулова и профессора народной медицины Ольги Ивановны Шишовой. Значит, Центр медицинской пиявки ЮНИТЕК предлагает обучение для лиц без медицинского образования за 17 тысяч рублей, это в Москве, 20 тысяч рублей для курсантов со средним медицинским образованием по циклу герудотерапии и 22 тысячи рублей для курсантов с высшим медицинским образованием по курсу герудотерапии. Есть другие курсы, вы можете их множество найти в интернете. Например, в Москве в медицинском университете при на кафедре переподготовки и повышения квалификации медицинских работников тоже есть обучающие курсы. Они тоже платные, тоже общие, тоже выдаются сертификаты. Значит, преимущество моего курса – это обучение дистанционное. Второе преимущество – это полное теоретическое обоснование из первоисточников. Третье – это применение на практике сразу после просмотра видео. То есть вы сможете это попробовать сделать со своими родственниками или проверить методику на себе. Значит, дополнительные консультации в процессе обучения в течение месяца проводятся бесплатно. Вот, если вы обращаетесь по телефону, то вот консультация платная, а в социальной сети, ради бога, пишите, я всегда вам отвечу бесплатно. Полная окупаемость. Следующее достоинство – это полная окупаемость при коммерческом использовании методики. Особенно это хорошо работает в маленьких провинциальных городах и в сельской местности. Там очень хорошо работает сарафанное радио, и если вы будете методику выполнять правильно, то количество обращений к вам будет увеличиваться с каждым разом. Вот. Ну, если это вы будете проводить просто со своими родственниками, вы просто поможете улучшить им свое состояние здоровья. А при коммерческом использовании методики я вам гарантирую полную окупаемость курса. И, кроме того, я обещаю, гарантирую вам полный возврат денег при отсутствии результатов от вашего обучения. Если у вас ничего не получится, если у вас не будет результатов по улучшению состояния здоровья, полный возврат денег я вам гарантирую. Значит, плюсы этих обучающих программ. Эти обучающие программы, особенно если вы их приобретете в комплексе, они улучшают состояние здоровья вам и вашим близким и помогают научиться это делать самостоятельно. Без таблеток, без врачей, с помощью определенных методик работы на животе, руками и с помощью пиявок. Значит, минусы моей программы: не выдается сертификат, но зато вы сможете пройти обучение дома самостоятельно. Вот, и сэкономить свой бюджет. Видеоурок он находится на дисках, записан на дисках. Я могу вам записать на видеоуроки на флешке 8 гигабайт. И это если вы захотите их получить по почте. Но если вы захотите их получить по электронной почте, уроки проводятся на канале YouTube в закрытом доступе. То есть этих видеоуроков на канале YouTube вы не найдете. Только по
ссылки с ограниченным доступом. Этот способ доставки для вас будет бесплатным. Транспортировка по курсу по почте будет стоимостью от 300 до 500 рублей в зависимости от расстояния. Значит, способы доставки. Еще раз повторюсь, что если электронная почта, это будет бесплатно. Ссылка на видеоуроки на канале YouTube с закрытым доступом. Или по почте это будет стоить 300 или 500 рублей в зависимости от дальности следования. Ну, значит, на Востоке стоимость оплаты доставки при получении будет до 500 рублей. Значит, обучение, сама технология обучения, необходимо каждый день просматривать только по одному видео. То есть это будет 20-30 минут в день. Строго соблюдать последовательность просмотра теоретических видеоуроков. И для того, чтобы было более понятно, распечатать цветные схемы на листочках А4 в количестве 24 штуки по каждому органу отдельно. Это необходимо будет для диагностики по телу и по лицу человека. Значит, кроме того, необходимо соблюдать последовательность просмотра практических видеоуроков. Практические манипуляции необходимо закреплять на ближайших родственников или пробовать на себе. Значит, дополнительные уроки можно смотреть в свободном режиме по одному видео в день. Почему необходимо смотреть видеоуроки по одному видео в день? Потому что в течение дня после просмотра 20-30 минут вы бессознательно будете обдумывать просмотренное. Это будет перерабатываться в вашей голове, пока вы будете спать. Вы будете вспоминать элементы видеоурока, может быть, даже представлять, как вы это делаете. Вспомните те эмоции, которые вы получили при проведении висцеральной терапии с ближайшими родственниками, и поэтому закрепление полученной информации будет более эффективно. Если же вы это будете делать по несколько видеоуроков в день, то информация будет перекрываться, усваиваться не полностью, что-то вам покажется неинтересным, что-то покажется более интересным, и эта информация перекроет информацию предыдущую, и значит усвоение материала будет менее эффективным. Поэтому еще раз повторюсь, 20-30 минут в день на один видеоурок. Этого будет достаточно. Значит, ваши действия, если вы решите приобрести эти видеоуроки, найти меня в Одноклассниках в социальной сети, ссылку я указала. Можете найти меня ВКонтакте по этой ссылке, в Фейсбуке и отправить сообщение. Кроме того, вы можете подать заявку, отправив, позвонив по телефону или написать на электронную почту, которая здесь указана. Кроме того, вы можете отправить сообщение на Viber или позвонить по Viber. Звонок будет бесплатный. На этот номер телефона 8-950-033-0055. Значит, после отправки заявки необходимо оплатить ранее указанную сумму на карту Сбербанка по номеру телефона или на карту Сбербанка по номеру карты. Обязательно, нота бена. Обязательно необходимо при отправке денежных средств указать, от кого эти денежные средства, указать свою электронную почту и номер, и свой номер телефона для связи. Предупреждаю, что полученные видеоуроки не подлежат копированию и тиражированию. Уроки защищены авторскими правами. Диски нужно сохранить в коробке, если вы получаете их по почте. Флешку нужно сохранить в упаковке, это при отправке по почте. Информацию в электронном варианте лучше сохранить в отдельной папке, важная, или сохранить на Яндекс.Диске. С этим вам помогут ваши дети или внуки. Значит, начало обучения при просмотре видеоуроков. Вы изучаете теорию, далее вы можете бесплатно получить информацию по телефону. Прошу прощения, если по телефону, то информация будет платная.
Если вы отправите сообщение в социальных сетях, я отвечу вам бесплатно. Значит, после каждого занятия вы можете приступить к практике, даже нужно приступить к практике, чтобы закрепить полученную информацию. Обратитесь к своим ближайшим родственникам, которые вам доверяют, и попробуйте провести манипуляции на них, ну или на себе. Ну, если возникнут проблемы, то звоните. Телефон 8-950-033-0055. Буду рада услышать ваши вопросы и ответить на них.